Куда такие красивые? От родителей. От мамы. Гены смешались, наверное, поэтому. Привет, привет из Армении. Ой, я хочу в Армению. У меня там друг, одноклассник мой. Хочу тоже. Вот. Блин, вот я могла поехать в Армению в сентябре. Но в связи с тем, что я была в отношениях токсичных, меня никуда не отпустили. Хотя я могла спокойно купить билет и уехать. Но теперь я буду знать, что в таких отношениях нельзя. Приезжай. Посмотрим. Может, приеду. Тогда просто билеты, блин, еще так стоили, прям недорого. И я, по идее, могла вообще легко приехать прям. С Миланом вы расстались? Да, мы расстались. Ну, на хорошей ноте, наверное. Наверное. Отписались друг от друга. Ну, он первый. Вот, и так получилось, что мы расстались. Мы уже давно не вместе. Ну, как, наверное, 3 месяца. Может, больше, я уже не знаю. Вот. Поэтому как-то, ну, в общем, не сложилось у нас чуть-чуть. Скучаешь? По кому? А, в общем, нет. Я поняла по профилю. Да, да нет, я на самом деле, когда все удалила, мы вообще сошлись. Что-то он приезжал сюда. Разговаривали, вроде как сошлись, но нормально еще ничего не допоняли. И, ну, в общем-то, этот не получилось в итоге у нас. Еще раз, тяжело очень. Ну, расстояние это тоже играет большую роль. Поэтому как-то. Да там во многих мнениях. Короче, тяжело это все. Не мой вариант. Вот. Ты откуда? Я из Казахстана, с Астаны. По парню, по кому еще? Нет, не скучаю. Я вообще о нем, честно даже сказать, не думаю. Пока сейчас, ну, тему вот не затронули. Вот. Здравствуйте, всем привет, всем новеньким привет. Какие у вас румяна? Ой, самые дешевые, если честно, не знаю, увидела, мне просто цвет так понравился, и я решила приобрести румяна, хотя я раньше вообще не пользовалась румянами, вот отвал совсем. Сейчас покажу, вот такие. Тут надпись стерлась, она потому что так, вот она спокойно вообще стирается. Ой, тут LM Pro, вот что-то такое, вот так было. Их в двух оттенках шло, и я взяла, которые персиковые, там есть такие ярко-розовые, а я взяла персиковые. Они очень пигментированные, кстати. Вот прям очень. Блин, у меня на камере так не показывает, но... В общем, чуть-чуть и прям вообще классно. Ложатся, мне очень нравятся такие прям. Супер! Вот, ну я совсем чуть-чуть их наношу. Вот. Я мальчик. Хорошо. Я с Астаны. Откуда вы? Приезжай в Абхазию. Да с удовольствием, знаете, вообще хоть путешествовать тоже можно. Куда угодно, хоть на край света. Всему свое время. Караганда. Ну, это близко. Ты метистка? Да. Я метистка. Во мне смешаны две национальности. Вот. Ну, если смотреть по папе, по маме, может, там, если по родственникам всем, там, про бабушку, про дедушку и так далее, возможно, там вообще такая смесь. Вообще... Такая смесь. Да там вообще. Такая смесь.
Мне 19 лет. Снег растаял? Нет, не растаял. Гремучая смесь, ну. Бекнур, привет.